Всем привет от старых штиблет. Планета 5. Опять Краснодевица ее зовут. Сегодня небольшая поездка в лес по делам. Деловая поездка. Мотоцикл всю зиму простоял. Сегодня вот первый выезд. Сегодня 30 число. Ну, март. Ну вот, если будете бояться заводить, то она вас стукнет. А если не будете бояться, то она заведется. Этап бездорожья. По нейтралкам стал попадать с непривычки. Это тайная тропинка. Я по ней не поеду. Обычно на тайных тропинках могут быть собаки. Вот для чего планета создана. Thank you.
поедем по внедорожьям. Вот здесь я на Ниве буксовал зимой в снегах. Четко мотоцикл идет. Прям мацалик вещь. Аж турбина свистит прям. Бардачок открылся, вовремя я тут забуксовал, ребята, вовремя, классненько, что-то тут у меня отломилось, смотрите, это, тяпка-ляпка отломилась, угу. И что мне теперь делать, никакой веревки у меня нету, придется приделывать этими трусами своими. Трусы помогут, я уверен. Так что делаем. Так. Продеваем трусы в трусы. Главное, чтобы не завоняло. О. Так. Вот так. И сюда куда-нибудь цепляем. О. И он уже не откроется у нас. Никогда. Никогда не говори никогда. О. Сейчас. Ага. Сделаем другой ход. Вытаскиваем трусы из трусов. Я знаю людей, которые не могут так делать. У них этой не хватает. Как его? Этого. Оперативки. Так. Так. И вот так. О! Смотрите, вообще четко. А вот это? А вот это надо. Куда мне это надо? А надо ли мне это вообще надо? А может быть вообще не надо? Сейчас. Вот так. Сейчас. О, офигеннейшее вообще получилось. Офигенчик. Так, не соскользнуло. Мне нужно, чтобы не соскользало. Вот сюда я. Через верхи. О, можно ехать. Трусы наше спасение. Фу, я даже устал, заволновался.
видели, вы видели, вы это слышали. Ты что ж такое? Что-то отходит, ребят. Уже теперь что-то отходит. А как мне домой попасть? Он своей жизнью живет. Буду рукой теперь придерживать эти трусы, ой, бардачок. Мораль сей басни такова: на продубас надо ездить всегда в трусах, они вам всегда пригодятся. Всем пока. Без трусов никуда.